И я Сула Ами. Есть, Хафмуа. Хафмуа, вот это 7 месяцев этому щенку. Ба-ба-ба. Вон его стая. О, чашку? Вот охраняет уже. Такой молодой. Охраняет отару. Ба-ба-ба-ба-ба. А ему очень глубокий, сколько шамин? Я вон... Он орлаш чалиш палиш не сами сами. Я к Саджанне, а мы поедем, да. Ты с ума не сошел? Сейчас улай. 4 года. Бомжче? Борсик. 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 Вот они сели. Среди овец и будут там сидеть. Маленькая потасовочка была с другими собаками. А теперь у них есть что делать. Посмотрите, какие однородные овцы тоже здесь. Отобранные все красавцы. И солуха только матки. Вайва, ну, мочку, да, горору чудо кардиала, кай. Шкурон есть. Чанта сага яхта, дыта, сетта, черта. Ханчикша, а вон девочка. Барау там, барой нас. Раф там. Бах, 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 куча рафти. Вот куда-то они отправились. О, уже сак брома. Сак гизарды кипушева. Они охраняют свою отару. Все овцы гизарские. Это тоже им бараката, а, Амаш? Вот мать щенка. Внимательно смотрит за нами. Отслеживает. Это называется рабочие. И собаки, и овцы, которые пасутся на высокой горе. Что на баку зашли? Все там. 4 перевала прошли. Дармабани, Сэру, да? Значит, за 3 дня. А вот Чанхом зашли так. Даже вот Акай Зафар, наш Дахмарда, не знает даже, сколько километров. Вот целыми днями. Чтобы бараны, чтобы овцы были сытыми. Шабуна хайканандакура, а? Кам-кам. Не, перевало да не, амку чарунда нужно мегу. А, чарунда нашел, дай. Вот, по ночам пасут овец, чтобы набирали вес. Говорят, у нас есть такая пословица, что для лошади овес, а для барана ночной выпас. Ашпа джаву гусфанда шаобега. Амхелигапа. Вот такая красота. И вот они спустились теперь. Там на Кутанкуле очень высоко. А здесь они теперь как курорт. Оля, а мы что, хайкарда мерили вместе нам живем? Акиб мы говорим. Вот еще они сейчас покажут овец, здесь будет отберут. И после этого... Вот и после этого будет уже обратно возвращение. Еще не настало время спускаться вниз. Аллах оставь. Трава. Кай Сафар говорит, что есть. Хандут на замяке. Молодец, Дахмарды, Акуни.
мы шандаши бьем. Мы и сам остальные. Валекум салам. Чекаешь, у нас есть варна баса, салмати у нас кулбур. И на какая джидо кардаги, а? Я вам еще общий план дарую, я вам пилим шо. Бисмиллахиррахманиррахим. Вот эти уже отобранные. Однородные. Стадо какое, отобранное, браковочки там одни есть, с белыми пятками, но их оставляют, чтобы в темноте, когда одного оставляют, всегда встать, а так, чтобы распознавать в темноте. А так, посмотрите, вот стадо по-самому однородное, это все матки. Хоч бы вот и солухой чавахта? Ага, вот уже по 4 года эти, может быть. И оли чан барам экнаи? Вот, уже по 4 гненка приносили они, то есть 4 сезона. Еще, говорят, 2 сезона у них есть на пастбище. И если поставить их стоило, еще после этих еще 2 есть. А так уже, конечно, взрослые. Ну, посмотрите. Я плохо кушу, а? Вот смотрите. Вот красота. Вот это элитных маток сейчас отгоняют. Гордонич.